имеет отношение к Каспаров, потом Литовенко, да? Это уже было 10 лет. Но это я взял несколько позже, 12, вот, потому что я считаю, Бог Троицу любит. Мне надо третьего вот, воспитать. А как его зовут? Сколько ему лет? Вот расскажите немного о нем. Ну, 12 лет раньше он учился, а он из Барнаула, не там, жили в Барнауле. Сейчас они переехали сюда для того, чтобы поработать там. Вот, они сменили, они там продали квартиру, сняли квартиру здесь. Вот, в Мытищах, правда. Это несколько ближе от меня, чем Барнаул. Но все равно у нас в основном занятия идут по скайпу. Да, ну потому что, ну, есть, понимаете, из Мытищ на запад на путь, где я живу, и обратно, вот, это невероятно трудно, а на общественный транспорт. Ввиду того, что он характерный вид имеет, да, ему ездить опасно, так, ну вот, и поэтому ездить по ним могут только на машине, у них машины есть, но отец работает, и поэтому трудновато. Ну, это, так мы, так он учился хорошо, он в 7-м классе. Как его зовут? Да. Красивое индийское имя по отцу, он Кумар. Но носит фамилию Сансирка. Вот. У него есть тоже сестра, ей 6 лет. Она, кстати, неплохо играет в шахматы. Во всяком случае, когда они приехали ко мне в гости, то, увидев это самое, диван на верхней полке, там лежали сплошные куклы, вот. А она увидела краем глаза, что у меня в комнате стоят шахматы. Она метнулась моментально в шахматы. Тимур увидел в часе, они стали сразу на глаз между собой. То есть это семья шахматная. У вас есть такой великий ученик. И вот скажите, насколько раньше похожи на Гарри Каспарова? Очень похожи. Он я не скажу, на чего похож. У меня были перед этим ученики, но они, в общем, это были москвичи с их недостатками. У них было очень много разных развлечений. И кружков много, и телевизор тут, и все что угодно, и бассейны, и катки, все. Ну, то есть они разрывались между учебой, шахматами, там, языковой школой, музыкальной школой и так далее. Поэтому занятия с ними были изначально неэффективны. Вот. А этот просто ничего не хочет. Они сделали упор на него, потому что у него талант такой же, ну, примерно как я считал, как Каспаров, правда, он почему-то не берет сейчас первое место. Вот. Но я думаю, что это недалеко. Я рассчитываю за 2 года, меньше у меня. То есть больше у меня времени, просто я думаю, годы придут, но сейчас не 47, как говорится, Каспаров. Ну, вот, и поэтому я думаю, что мне 2 лет хватит, чтобы ему было хорошим. У него такой же активный взрывной стиль, как у Каспарова? Нет, у него, я ему дал для изучения, для внимательного изучения, 100 победных партий, 100 победных партий Карпова и Фишера. Мои памятные партии. Каспаров хороший, хороший, но характеры к ним немножко разные. У этого как-то не странно энергический характер. Почему он там держит себя? Гарик был взрывной. Гарик стоп. Был непосредственно. Что это? Сейчас аккумулятор мы закончим. Ну, вы можете поговорить. У вас на этом турнире. Представляете, какой возрастной диапазон? От 12 лет. Да, вот сколько вы шахматы. От 12 лет, а дальше найдете. Я думаю, лет под 80. Больше. Там же вот этот Голиков, он динамичен. Да, да. Вот это у вас хороший. Это вы каждый раз подчеркиваете. Да, сейчас перебивочку. Да? Делайте перебивочку. Мы говорили о Гарике, о том еще можно. Это как все пути ведут в Рим, а здесь все пути ведут в Каспарова. Да. Можем. Итак, в чем отличие и в чем сходство между Каспаровым и Раджем? Ну, мне сейчас трудно говорить, потому что у меня были с ним занятия неделю, мы с ним занимались каждый день, очные занятия. Потом они уехали к себе в Барнаул, на Украине, вот вернулись сейчас.
И мы вот занимались две недели именно подсказками. Жизненную неделю. В воскресенье, выходной, завтра будет у нас выходной, хотя не знаю. Может, слух ошибся совершенно. Вот. Так что я просто пока не могу сказать конкретно, в чем различие. Да нет, собственно, различие в том, что Каспаров играет более яркие шахматы. Пока. Но понимаете, Каспаров яркими шахматами в эти годы не славился. Он славился огромными счетными способностями. Да, эрудицией. Вот, так что это помогало ему потом вырасти в шахмате среднего творчества и яркого. Я вообще считаю, что надо как можно больше знать, не только совсем, даже не только в шахматах. И тогда ты будешь творить. А если ты будешь очень узок в своих привязанностях к своей работе, то ты сможешь только копировать. Творить. Базы. Александр Сергеевич, а вы знаете, что замечали, что ваш новый ученик очень похож на Аниши Гиль? Я именно, когда мне Каспаров попросили посмотреть мальчика, и когда я, во-первых, узнал ее родословную, я сразу понял, что может быть только. А когда я увидел его и поговорил с ним, я понял, что это именно. Какая у него родословная? Ну, родословная, но мать русская, это настоящая, так сказать, чистокровная русская, а отец индус, причем высшей касты. Я думаю, что он будет играть. Спасибо. И он, главное, он хочет играть хорошо, и это самое главное. Спасибо.